Приветствую вас, мои дорогие зрители. Меня зовут Лилия Донскова, я являюсь официальным обозревателем компании Oriflame, и сегодня я вам расскажу о новинке, которая вышла у нас только во втором каталоге 2021 года. Это серия Mind Emude, серия с эфирными маслами. Я всем рекомендую заказать такой каталог, в котором очень-очень подробно рассказано, как применять, что такое эфирные масла, какие можно делать интересные упражнения, дыхательные практики, используя новые эфирные масла. Итак, давайте разберемся, зачем же нужны эфирные масла. Ну, во-первых, все наши поступки определяются эмоциональным настроением, и эфирные масла, правильно подобраны, особым образом влияют на наш мозг через дыхание и через поры. И ученые доказали, что в Швеции такой высокий уровень жизни за счет того, что у них правильное эмоциональное настроение. И ароматерапия — это целительная наука, целая наука, которая уже существует более 1000 лет. И ароматерапия помогает восстанавливать свое здоровье, поднимать настроение, балансировать свое состояние, то есть уравновешивать и успокаиваться. Итак, я в руках держу коробочку. Это дорожный вариант. Давайте рассмотрим его повнимательнее. Коллекция Mind Emude состоит из двух вариантов. Вы можете приобретать либо масла по 5 мл в виде капелек, либо взять уже готовые смеси с роликовым аппликатором. Дорожный вариант. Так, давайте посмотрим набор с роликовыми аппликаторами. Их всего 4. Каждый флакончик отвечает за определенную эмоцию. Флакончик с красной полоской — энергия, желтой полоской у нас будет уверенность, зеленой полоской — баланс, и с голубой полосочкой — релакс. Энергия у нас содержит основные два компонента: масло розового перца и грейпфрукта, уверенность — лаванду и бергамот, баланс — ладан и кедр, и релакс — сандал и лавандин, или лаванда по-простому. Аппликатор, сейчас покажу, как выглядит флакончик. Такой удобненький, небольшого объема, кстати, здесь объем 10 мл, и металлический ролик, который позволяет наносить очень легко масло на определенные точки. И также я рекомендую использовать каталог, потому что, смотрите, очень удобные есть подсказки, куда наносить. Например, если вы хотите поднять энергию, то вы наносите на заднюю поверхность шеи и плечи массажными движениями, втирая масло. Если вы хотите усилить уверенность, например, вы готовитесь к встрече, то наносите на ладошки и растираете вот между вот как раз вот стыками пальчиков. Если вам нужен привести себя в состояние баланса, то мы переходим на запястье и растираем, массируем, вдыхаем. И если релакс, то есть вы хотите успокоиться, спокойно уснуть сладким сном, то наносите на ступни, массируете, вдыхаете пары аромата масел и спокойненько засыпаете. Также в каталоге есть отличное предложение. Вы можете заказать отдельно масла, базовое масло большое, чтобы делать свои смеси. Чем удобны капельки, то что вы можете наносить их и в ванную капнуть, или на стену в душевой кабине, чтобы пока вы купаетесь, масла будут испаряться, и вы их будете вдыхать. Конечно, капельки — это более такой удобный многофункциональный вариант. Также есть диффузор для ароматических масел, для того чтобы включать его и как можно большую площадь вашего помещения захватывал этот аромат, тот, который вам нужен. И есть дыхательные упражнения, то есть благодаря этому каталогу вы сможете дома совершенно спокойно делать правильные упражнения совместно с дыханием, которые позволят усилить эффект масел.
Я уже несколько дней пользуюсь этими маслами, у меня приятные впечатления, масла действительно работают. Особенно мне понравилось, когда было состояние, что вот прям казалось, нет сил, хочется спать, то я использовала масло «Энергия», растерла его, подышала, сделала дыхательные упражнения, и у меня реально как будто включилось все внутри. А масло «Релакс» уже всегда в спальне находится, потому что перед сном я его втираю в ступни, вдыхаю и очень-очень сладко сплю. Я вам рекомендую приобрести для себя, для своей семьи такой полезный продукт, как натуральные 100% эфирные масла, и помогать себе во всех случаях жизни гармонизироваться, насыщаться, чтобы ваша жизнь была максимально эффективной и наполненной самыми чудесными событиями. А если вы уже масла попробовали, напишите ваши впечатления и какие у вас результаты прямо под этим видео в комментариях. Спасибо за внимание, всего вам самого доброго и позитивного. С вами была Лилия Донскова, пока-пока.